Всем привет, с вами Саня, и сегодня покажу, как освоить игрушку таких игр, как One Thunder и Warface. Сейчас покажу на примере One Thunder. Так, для этого нам понадобится Cheat Energy, сейчас я все покажу. Ссылка на Cheat Energy будет в описании. Открываем Cheat Energy, вот он. И нажимаем вот на такой компьютер с человечком. Открываем и вот видим. Смотрите, вот если у вас на рабочем столе вот значок, например, One Thunder. Я сейчас покажу даже. Вот он, значок этот. И он тут то же самое будет. Тут будет написано launcher.exe. Или, ну, может, код по-другому. Нажимаем open. Ничего тут не трогаем. Нажимаем end speed hack. Здесь не трогаем. Вот, видите, speed. И пишем тут 1.0.1. Нажимаем app. Скорость, как и 400. Видите, у нас так помедленнее это. И скорость начала прибавляться. То есть, вот. Время было час, сейчас будет где-то 11 у меня. Вот, ребят, у меня уже чуть-чуть осталось, и у меня, короче, скачается игра. Я хочу наконец-то поиграть в нее, может быть, даже снимать ролики. Ну вот, как видите, скорость прибавляется, она будет так прибавляться. Так, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.